Кызылординский государственный университет имени Коркутада. Потом мы с Акимом области, Хармек Ильич, даже молодежи вручали все сертификаты наши, давали путевку жизни. Мы месяц провели курсы 160 часов по нашим программам. И вот мы получили результаты, что на выпускники вузов, уже, которые получили диплом, мы сюда оценили, потому что то, что мы даем, технологии. Потом мы получили задание, и вот с проливом Серик Джаляевича мы договорились о том, что сегодня стоит вопрос о том, что во всех вузах, это поручение, надо организовать подготовку по нашим уровням программам, для этого надо готовить 300 тренеров. У нас всего где-то 14,5 тысяч бакалавров выпускается в этом году ежегодно и 1500 магистрантов по ПДИ специальности. Буквально недавно, когда приезжало руководство Кембриджа, это опять нагрузка на Кембридж, мы должны с ними заключать договор. На следующей неделе мы, наверное, там, как раз наша группа улетает, мы будем вести разговор об этом, о том, что подготовке тренеров, о том, что мы на Светлана Геннадьевна тоже должны получить как сертификат МСК и так далее. Но потом уже, сейчас вот Сергей Джаляевич, он как это считается главной вуз Казахской национальной педагогической университет, они смотрят, куда, в какой сетку часов вести курсанта. У него было предложение на высшее учебное заведение, уже в обязательном порядке. Еще раз я для примера приведу, то, что вот иногда мы ссылаемся на западные вузы, ведущие страны, но еще раз я говорю, у них, если смотреть учебный план, 30% это практика, 40% это специализация, и 30% технологии. Все, это стандарт. Они прям пишут технология. У нас, к сожалению, сегодняшний стандарт 95% где-то варьируется, это специализация. Практика дальше. 5-7% будет. Но сегодня то, что мы еще раз говорим, я еще раз говорю, многие говорят, это наш интеллектуальный ресурс, это технология. Единственное, мы сейчас ее довели до школ, теперь мы ее переводим в плоскость вузов. И в течение этого учебного года мы, думаю, этот вопрос решим, и уже к концу года уже мы приступим, начнем, сейчас, если мы будем очень добрым, начнем подготовку вузовских преподавателей, чтобы они были тренерами, и потом уже переходим на подготовку студентов, выпускных курсов именно по нашим технологиям.